Джам, поясняй, поясняй, расскажи, как это делается все. И попробуй, и надо. Рассказывай. Да не, ты старайся. Давай, давай. Давать не в руку, то есть у тебя не вписывается. Нет, ты гуляешь. Видишь, ты хочешь быть. Ты немножко целостное движение. Ты синхронно ложишься. Вот здесь вот здесь, эта часть, вот у него, она не двигается вообще абсолютно, как вот это абсолютно одинаково. А у нас с собой она вот так играет, как и это. Сопля, она не должна так. Вот у него все крутится. Вот начиная отсюда и заканчивая гирей. Нет, я понимаю, что нужно, но у тебя фиксация четко идет вот этого. А ну, Джамши, давай. Только поясняй, как ты это делаешь. Смысл в том, что кисть, надо посмотреть, ты поднимаешь, у тебя кисть расслабляется. Основное движение, кисть расслабляется. Ты должен, получается, сжать ее, даже независимо от кольца. Ты видишь, у меня даже кольцо. То есть инерция, ты должен руку сжимать. То есть у тебя не должна кисть расслаблена. Ну, посмотри сейчас вот эту часть. Она вообще. И ты делаешь просто движение, вдох. Смотри, видишь? Оп, нет у него вот такого. Вот. Знаешь, он... Сейчас чуть быстрее, смотри. А ну-ка, надо было. Целыми днями тут уже натренировался, конечно. Да, я понимаю, что ты все новогодние праздники стопудово. Стопудово, ты все новогодние праздники здесь провел. Пока никто не видел. Да, 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 пока никто не видел, да. Ну? Не, не дотягивай просто. А у тебя отрывается, да, видишь? Да, у меня веса мало просто вам летать. Юра, женовик у нас. Юрочка. А ну, Юр, попробуй. Нет. Не хочешь? Давай, ты в отпуске. Игры, понял. Я попробую. Ну, в общем, вот такой вот челлендж, да? Короче, бизнес на лето придумала. Да, нет. Вот, кстати, у да. В зале никто не поднял еще. Только Вова, ты? Вова пробовал. Не, есть пацаны, которые поняли. Кто у нас еще? Тигуны, пацаны, не получилось. Этого Попкович Андрюха тоже не получилось. Мне интересно. Хотя Попкович Тигун у нас сильнее, кто чуть сильнее. Пока один. В общем-то, вот чем ребята занимаются после новогодних праздников. У нас в спортклубе Кипарис. Накануне Старого Нового Года. Вот так вот. Все это получается. Занимайтесь спортом, ё-моё. Да, и будете сильными. Вот так вот. Молодец. Да.